А дальше едешь, вот скажешь, школа русская, пожалуйста. Вот, там желтый. Так на вокзал автобусы едут. Обгорела морда от того, пока я его здесь варил. Вот. А потом как пошел. Ты маску пробовал делать? Слушай, периодически получалось, но Андрюха красавчик. Я как бы старался сделать так, чтобы было все как бы универсальное. Здесь можно как бы, да, вот эту херню, она горячая, адская. Но факт, она держится. И, то есть вот. Это убавить огонь, понял? Можно не убавлять огонь. Поставить, перекинуть, поставить туда, и будет, короче, можно в яичницу, как мангал, да? Эля, это можно, короче, использовать как мангал, вот так вот шампурасу доставить. А можно, короче, кинуть на вот эту решетку, которая еще не обожженная, это вообще это сетка с радиатора, как ты видишь, да, она еще не обожженная. Можно на краске пожарить стейк, ой, по-импорту, если говорить. Вот эта херня. Это тоже, и все, на наш лес рассчитано. Можно фуры и высоту, понял, короче? Не, она, в принципе, она тоже скидывается. А если перевернуть вот эту херню, туда вставляется казан и не мешает вместо машины. Круто. И все это для ради того, чтобы просто побухать в луге, понял, вообще нормально. Представляешь, как здесь кайфово? Это вот, это кайф. Всем привет. Это его машина. Дядя Ваня называется, да? Потому что он старый, как бы добрый, как дядя, и в нем ездит Ваня.